Please open Titus chapter three verse four. Uh, the letter to Titus is very, very short passage of, or a very short letter towards the end of the Bible. There's only three chapters. And reading from verse 4 to 7. Бога, but when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, he saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior. чтобы оправдавшись его благодатью so being justified by his grace мы по упованию соделались наследниками вечной жизни we would be made heirs according to the hope of eternal life как вообще идет наша методика в церквях устройство How I guess methodology work, the, the order of our churches go. A person comes into church, he hears the word, grace touches him, he just, he's just revived. Yeah, the Holy Spirit, the Spirit of God, gave him new life. A person received an encounter with God and he became a new creature.

Но закончилось собрание, все разошлись по домам. But the service is over and everybody goes home. И человек, который пришел, покаялся, слава Богу, он тоже ушел домой. And a person that repents, you know, he's, you praise God and he goes home too. И вся церковь на следующее собрание, когда собралась через неделю. And a week later, the church gathers again. И смотрит, ну а где же этот новенький? And they're looking, oh, where's the new guy? А, он не пришел. Oh, he didn't come. А он, ну, у него другое занятие сегодня появилось. Oh, I guess he had a different thing to do today.

Представьте себе, чтобы когда вот мы родились, нас неделю не кормили. Через неделю мама вспомнила, а у нее же там есть бабочка, надо покормить. Что мы делаем с человеком, который вышел вперед в церкви? А, мы уже видели, он уже выходил туда. Что изменилось? Да ничего не изменилось. Ну хорошо, а он сейчас опять вышел. Ну, слава okay, Богу, что вышел. Что произойдет? Oh, Неверующие говорят, ничего не изменится. Верующие говорят, да, придет полная победа. Ну давайте скажем, это верующий, неверующий, или это оптимист, или пессимист.

but by his own mercy by the washing of regeneration and he, he rebirthed us he regenerated us when a sinner repents that was, and you know he was, he, was a, he was a big sinner he was really addicted to stuff no, he was just a very serious sinner Человек вышел, покаялся. Господь его освободил от греха и беззакония. Кто-то его поддержал. Кто-то вечером уже его пригласил к себе в гости. Кто-то ему завтра позвонил. Или тот, который его привел в церковь. Он с ним пошел уже к нему домой. Они провели вместе время. Они в понедельник читали Библию. Молились. Во вторник, в среду. Tuesday, И я помню, как у нас покался один uh, бомж. I when a man, Он в uh, четверг вечером with на молитве. В

A, uh... Ну, мы с ним поздоровались, спросил, как дела. Он говорит, а что, у вас ничего не было, никаких мероприятий вчера или позавчера? Я думаю, слава Богу, что Господь, ты его сохранил, что он не умер. Он же мог бы умереть, как и много-много других людей, которые выходят вперед, каются и уходят, и они больше никогда не возвращаются в церковь. died, just like so many people that come up and they repent, but then they never come back. And Sunday, he repented again. Thursday night, he was so drunk that he had to be held up. He couldn't even stand straight. This was kind of not a, not a very big room. И он буквально стоял ну, на вот, два-три ряда пере... от, переда. С... 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 И uh, он стоит, шатается. И я спросил, какие нужды у кого есть. У меня есть нужда. За меня помолитесь. А вообще он длинное, долгое время кололся. Он наркоман. И для того, чтобы не колоться, он заходил в запои. Uh, not to uh, inject drugs into himself he would get really drunk and people that were around that place the, they told him there's this um, there's this this Place of culture, Иди в uh, туда, там есть церковь. Go, они по воскресеньям там собираются. Если они тебя не помогут, you, тебе уже никто не поможет. И вот он послушал этих бабушек и пришел в четверг туда, но там никого не было. These grandmas, and he came that Thursday, but there was no one there. But when he asked about the church, the people there that were working, they knew us. They, uh, they told him that here later tonight they're going to be renting this other room. И он пришел туда, к нам на молитву вечером. So И когда спрашивали нужды, у него есть нужда. Честно говоря, у меня не было дерзновения спрашивать его нужду. Он уже сколько-то лет жил на улице. A time, он действительно years вот uh, наркоман, алкоголик, бомж. Он был

я спросил, а кто хочет покаяться? Asked, Думаю, на всякий like случай. Repent, you know, И он выходит вперед, говорит, я хочу покаяться. Front, Но я смотрю, он уже трезвый. Но только от благодати можно так быстро прохмелеять. Get sober from grace. No, no, no drugs, no chemicals aren't going to make someone sober that quick. And when he repented that Sunday morning, he was telling us a testimony to the whole church. He gave us the story of how he ended up in church, as I was telling you. He said, When, I, when you guys prayed for me the first time, that first prayer, I just got really sober. И когда я уже третью молитву молился, я уже был с чистыми мозгами. И когда, говорит, спросили на покаяние, говорит, конечно, я хочу. У меня уже другого выхода нет. Но второе... But the second thing, I saw how prayer works. He doesn't know what things are called. He doesn't know what, what language or what tongue to speak. But as he knows, he was expressing his concerns. He said, I came home. He had an apartment. И говорит, я понял, что я не тот человек. Я пришел домой, но я себя там чувствую, ну, это не мое. Я начал убирать вокруг себя, чистить, менять обстоятельства. Я начал менять ситуацию, чтобы ухудшить. Утром я проснулся, я новый человек. Morning, я не знаю, что делать. Я не знаю, куда идти, I чем мне заниматься. говорит, ну я вообще-то скурил еще одну сигарету. Я чувствую, говорит, не идет, но что-то не то. Пятницу я еще прожил, но я не знал куда идти, не знал что мне делать, я не знал что мне, как мне себя вести в этом мире. Я хочу церковь. Я хочу тех людей, с кем я вчера молился. Ну, уже как-то перемучился пятницу. В субботу стал, что делать? Saturday, do do? Кто меня займет? Что мне делать? И в воскресенье, вот утром, самого утра он пришел под дверь и стоял, ждал, когда мы придем. Morning, Понимаете, это я вам не сказки рассказываю. Но то, some... что у него лицо стало трезвым. И там, ну, ему было 20 с чем-то, но там во рту почти уже не было зубов. И...

Bible school. Turned out that there were people in church that knew. Him. And he was asking his friend, "Hey, why didn't you tell me about Jesus?" He would say, "Oh man, I didn't. I didn't even know if I should? Like you were just so out of your mind." So on drugs and stuff.

Right now, we're looking at what kind of situations the apostles, the disciples of Jesus Christ were talking about him. If we're silent about Jesus, maybe he's not there. But if he's there, we're going to be talking about him. We can't stay silent. That's just. Um, and about this guy <laughs> right now this, this man this young man he's a pastor of a church for about 15 <laughs> years now he's bringing people that were that he was just like Jesus. You know, about this person, you can definitely tell that he repented. He was changed. But there's another problem. Uh, в наших семьях рождаются дети. Families, we, we Они вырастают uh, в хороших родителей. Они не видят ни наркомании, ни, ни никотина, ни алкоголя в семье. Drugs, nicotine, Они не слышат, family. как их обзывают плохими словами. The bad words that come. They're brought to church and they're prayed over. They lead them to Bible school and Sunday school and they learn Bible verses. And so it turns out these kids know everything about God. И в этом всем, это все очень хорошо. Really Я прошу вас, пожалуйста, делайте это. You, Рождайте детей. Воспитывайте их в благодати Божьей. В Слове Божьем. Учите их стихи из Библии. Учите их э, христианские песни. Но тогда в чем проблема? Они выходят в церковь и рассказывают стихи, they, поют песни, they sing songs, they say the и мы стараемся, чтобы они получили образование. We, you know, we have, uh, Конечно, в школе вся система и друзья бомбит тем, чтобы они попробовали грех. И наши дети получают огромный вызов. And our children, they have a, a great и мы стараемся их не пускать в такие школы, мы стараемся в отдельные школы. Стараемся их чем побольше оградить от неверующих детей. Это тоже хорошо. Тогда в чем проблема? Ну ладно, мы сохранили еще этот ребенок, пока он в нашем доме, пока до колледжа или до какой-то работы, он еще, слава богу, как-то нами сохранен. keep them safe you know until until he's grown until they go to high school and have the first job in college Посылаем, uh, college they go to college somewhere to study uh, several years ago our youth went through a, a program of how to witness program one pastor, he, he conceived this program. His daughter was a very kind of a, a, a model Christian. She testified about God and sang on big stages. And when she uh, gave her resume for, Bible, for different Bible colleges, Пять или шесть библейских школ предложили даже, что они будут финансировать за нее, что ей не надо ничего платить, только чтобы она пришла учиться в ихнюю библейскую школу. Семья радовалась. Отец, молились, какую лучшую школу все-таки, чтобы она пошла. Она пошла учиться в эту библейскую школу. Через месяц она прислала для отца письмо. The, Папа, я больше не верю в Бога. Это настолько достало отца. Это были не шутки, это было серьезно. Были такие преподаватели в библейской школе. There were these certain, uh, Certain professors at this Bible college that they kind of.

Но что мое главное сегодня, почему я об этом говорю? Что сделал отец неправильно? Что сделал церкви пастор неправильно? Все как будто правильно. Не устояло в испытании. Когда в нашей церкви мы, когда были подростками, молились о крещении Духом Святым,

Um, you know not according to what my sister was thinking and didn't even ask my sister my job to my kids and my family Чтобы мои дети чем пораньше были крещены духом Святым, чтобы не просто пережили такие эмоции, но дух Святой меня сгаснул, я радуюсь. Но чтобы Господь настолько наполнил сердце и укоренился там так сильно и мощно, чтобы никакие демонические силы потом их не увели, увяли. И моя сегодня задача. Я вам показал все плюсы и минусы одной, другой, третьей стороны. И хочу вам сказать, родители, во-первых, прежде всего, мы ответственны за наши детей.

это были не просто какие-то моменты жизни, но чтобы это была такая жизнь, как была у апостолов в начале Дения. Понимаете, они везде всегда были исполнены духа Святого. И вот это вот вторая половина этих стихов, что мы с вами сейчас читаем баню возрождению и обновление Святым Духом. And by the Holy Spirit. Хорошо, например, вы купили новую машину. Как долго ваша новая машина есть новая? Как долго ваш дом, который вы купили, он новый? Ну хорошо, ладно. Как долго вы с утра свежие?

Дай нам не покушать два-три дня, или дай нам не поспать две ночи, да буквально одну ночь, и наши ноги нас не носят. Как мы можем жить духовно, если мы не переживаем за обновление духом света? care for the renewing of the Holy Spirit and if our prayer just goes like Lord thank you for everything and then we have our, our list of things we want and Lord you know everything amen okay I prayed did I pray or did I just check off the religious marker

Если мой голос повышается на моих детей или на мою жену, что происходит с моим духовным человеком внутри? Может, мне надо обновление. Но я же верующий. О, oh, тем более. Especially. Хорошо, дорогой. Если ты верующий, тогда почему -то ты расстраиваешься? У веры есть плоды. И если твой плод сейчас не Божий, right God's, тогда вера укрепляется или чахнет. И поэтому, друзья, я хочу, чтобы вы учили и читали третью главу. So, friends, study this Titus, ну, хотя бы с 4 по 7 стих. At least from, um, from to 7. Memorize it. Вот здесь вот как раз проблема в том, что uh, мы надеемся на свой разум. Right here, it's like the problem is that we rely on our own minds. We know everything about God. We do everything right. We wear the right clothes. We eat the right food. Но переживаем ли мы так за обновление нашего духовного внутреннего человека, do, как за внешнего? Уделяем ли мы столько времени нашему духовному человеку, сколько нашему наружному человеку? Тогда как мы можем быть стоять духовно сильными? How can we fit? Только Дух Святой дает нам силы, чтобы мы можем быть подобными на Иисуса Христа. Я думаю, что вам известно такое выражение, как рационализм. Это философское направление, которое было особенно мощным в XIX веке. a philosophical movement that was really powerful in the 19th century. Oh, the apostles, they began speaking in tongues. I can't explain how this happens. Тогда из нашего, с нашей церкви, с нашей теологии надо это термин, говорение на иных языках, надо убрать. Ну, so kind of no, а что делать, если вот у него есть, а у меня нету? А, ah, если он говорит на иных языках, и его получил, не, не учившись, If he's speaking in tongues and he's not speaking them by studying them, it can't be from God. This is from the devil. And I think you know plenty of these kinds of topics. For example, how can you explain the healing of the lame man in Acts chapter three? It's just not from God. Не то же самое делали первосвященники и, и фарисеи. Сейчас, последних приблизительно 15-20 лет, это учение очень распространяется. Years, this teaching is really kind of growing. Uh, очень много проповедников, особенно радио-телепроповедников, это uh, в, в одно из отвлечений кальвинизма. There is so many different people, especially preaching on the radio and stuff, and this is kind of an offshoot of Calvinism. And they are really kind of going on against or Если trying to explain this. Умом, if you can't explain this with your own mind, it can't be from God. Uh,

Доступно, понятно, как вы вообще о чем говорить. И сегодня проповедникам на эту тему больше как отбавляй. И заметьте, что в основном мега церкви как раз это пропихивают. Или другая совсем крайность. Or the other, the other Одни чудеса. Он только чтобы вот какое-то духовное проявление было. Но когда мы читаем Второе Петра вторую главу, были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учителя, которые ведут пагубные ереси. secretly introduce destructive heresies and denying the master who bought them bringing swift destruction upon themselves and and many will follow their sensuality. And because of them, the way of truth will be maligned. And in their greed, they will exploit you with false words. Their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Получается, что все только вот, э, как я понимаю, вот только мое мнение, вот только, вот посмотрите, вот те все остальные неправильно, вот здесь вот я правильно Но одна из таких самых ярких здесь деталей с этого текста, most, text, почему они это делают? Why do they do this? из любостяжания. In their greed. Любостяжание. Greed. Чем побольше? I want more. Мало даете. And you're not giving me enough. Больше давайте. Give me more. Но я хочу, друзья, чтобы вы поняли, что мы должны иметь как Слово Божье, так и благодать.

The Holy Spirit from the New Testament. There's just such a great And everything is just giving glory to Jesus. And it's only just joy after Jesus. Да, прекрасно. Yeah, that's great. Но Иисус Христос говорит, когда я уйду, я пошлю вам Духа Святого утешителя. Да, и когда uh, Дух Святой пришел, ученики came, увидели в Духе Святом Иисуса Христа. А the, the плод Духа ⁇ это любовь, это радость. И я просто вас побуждаю к тому, что выделяйте действие Духа Святого сегодня в вашей жизни. To, to, to Замечайте его буквально везде, где мы его можем увидеть. That you, that you И свидетельствуйте о нем. Смотрите, как говорит апостол Иуда в 1 главе 4 стихе. Да, кажется, 4 стих. 4, Ибо вкрались 4. некоторые люди Из древле предназначенных к всему осуждению. Those who long нечестивые, out for this ungodly, Обращающие благодать Бога нашего. ungodly persons who turn the grace of our god into licentiousness and deny our only master and lord jesus christ and our duty today friends to see and to know that we are saved by the lord что Он наполнил нас Духом Святым, для, Spirit, для того, чтобы мы возрастали в Его so благодати, grace, и в познании Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами читали сейчас недавно Иоанна, и помните 14, 15, 16 главы, говорит, что без Духа Святого мы не можем ничего сделать, потому что Иисус Христос ушел к Отцу Небесному, и Он послал нам Духа Святого, который сегодня в нас, в наших сердцах. Смотрите, вот буквально мы, кажется, задавали этот вопрос в пятой главе Деяний апостолов. И свидетели этому мы и Дух Святой and we testify about this and the holy spirit testifies also whom the god whom god gave to everybody who obeys him what do we need to do today Просто покоряться Господу. Дай, чтобы Дух Святой тебя так наполнял. Чтобы ты мог сказать, мне это нравится. So потому что Дух Святому нравится. Дух Святой в моем сердце. Когда я это делаю или когда я это говорю, мой Дух ликует. Это тот индикатор, который помогает нам знать, что мы делаем или что мы правильно, что неправильно.

И слава Богу, что Господь посылает нам такие ситуации. And praise God that he sends us these situations. Подобно, как помните, а, мы еще не читали, еще будете читать. We haven't read this yet, я, думаю, что вы знаете этот случай. I think you know the situation. Нашлись какие-то сыны священника, которые пошли в духа выгонять. That went to, um, a, a cast out a devil. И встречается им один человек, говорит, ребята, Павла <laughs> знаю, Иисуса прекрасно знаю, а кто вы такие? Вот это вот пройдут все религии к этому дойдут. Только когда ты наполнен духом Святым, ты будешь силен когда мы посылаем наших детей в школу, буквально с самого раннего возраста, постарайтесь, чтобы они были наполнены Духом Святым. Постарайтесь, чтобы каждый день они обновлялись Духом Святым. И тогда, как это было с нашим другом в Калифорнии, когда заходит девочка в туалет, Um, we had this situation with some friends in California a girl goes into the bathroom and some guy walks in with her like, oh, I, just, I feel like a girl today I'm And she just sends him on his way. Ты что там законы не читаешь? А мне rules? твои все твои законы все равно? Ну естественно ее на неделю со школы. только когда через неделю она пришла в школу, он стал для нее лучшим другом. Говорит, ты человек, я хочу с тобой общаться. Тебе что-то есть такое, чего нет у всех you. остальных? You have Понимаете, когда ребенок наш наполнен Духом Святым, они знают, как себя вести. Они не боятся сказать, это черное, иди отсюда. А когда мы учим наших детей быть совсем всеми хорошими, никого не обижай. Чему мы учим ребенка? чтобы он был либералом. So а потом мы удивляемся, почему наши дети ну, такие бесхребетные. So Потому что мы их такими сделали. So like Вы замечаете, что когда я молюсь за мальчика в церкви, когда мы благословляем, boys, them, чтобы этот парень рос the, Богу на славу, родителям на радость, а дьяволу на страх. Um, fear. И поэтому мы должны так воспитывать всех нас. И я хочу царь, чтобы мы не были бесхребетными. Я не хочу, чтобы мы сегодня сложили ручки. Ну а что я сделаю сейчас такие законы? Я благодарю Бога за то, что в Америке есть еще люди, которые могут сказать, какие правильные законы, какие неправильные. Я хочу, чтобы мы молились за этих людей. Я хочу, чтобы мы сами были теми, кем мы должны быть. Я хочу, чтобы мы были теми, кем мы должны быть. И когда мы будем действительно наполнены Духом Святым и постоянно обновляться в Духе Святом, тогда, извините, мы действительно принесем свет этому миру. Без этого мы ничего не сможем. И поэтому я сейчас приглашаю вас к молитве. Я хочу, чтобы мы возвали Господу вот Бог такой, как есть, иду к Тебе. Господи, прости меня и назови за что. Tell, tell him why. I wanted to add when, whenever we're weak or when discouraged. Когда я молюсь только своим умом и мне больше Тебя не надо, Господи, прости, что я не ожидаю Тебя, не жажду Твоего наполнения. Друзья, я хочу, чтобы у нас была та жажда, о которой говорит Христос в Иоанна 7:37. Запишите себе это место и выучите его, пожалуйста. Иоанна 7,37. Он говорил о будущем. Но для нас это уже тоже прошедшее. А где эта благодать, которую мы получили? Где это проявление Духа Святого? Где эта сила, которую сегодня мы в ней нуждаемся? И мир желает ее видеть. Аминь. Покаемся в этом и попросим, чтобы Дух Божий проявлялся в нас и через нас. Призываю вас к молитве, молимся. Аминь.